Добрый день, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами расклад на такую тему, исполнится ли ваше желание, да или нет. Итак, давайте посмотрим. По традиции у нас с вами будет три варианта. Загадайте желание. И мы посмотрим. Итак, исполнится ли желание те, кто выбрал первый вариант, второй вариант, третий вариант. Все, выбирайте. Итак, первый вариант. Исполнится ли ваше желание, да или нет? Да, ваше желание обязательно исполнится. Давайте посмотрим. Вы знаете, я не исключаю, что то, о чем вы мечтаете, то, что вы загадываете, вы ожидаете уже долгий период времени. С этим желанием у вас могут быть связаны какие-то страхи, переживания и какие-то ограниченные возможности. Может быть, требуется какая-то сумма денег. Может быть, требуется какой-то человек, который сможет вам помочь в реализации вот этого вопроса. Но что я тут могу сказать? На самом деле то, что вы загадали, должно у вас быть по судьбе. То есть вы, может быть, сомневаетесь в этом, или вам кажется, что, знаете, как, вроде бы как и хочется, но с другой стороны вы можете думать, что вы не заслуживаете этого, да, то есть или как бы обстоятельства могут складываться как будто против вас, да, то есть... С одной стороны хочется, с другой стороны не верится. И вот в этом состоянии вы пребываете уже достаточно долгий период времени. При том, что это желание вас, возможно, не покидает. Но по данным картам я скажу вам так, что перемены в вашу жизнь придут и ваше желание исполнится. То есть найдете, встретите нужного человека, найдется та сумма денег, которая вот потребуется, допустим, для реализации чего-то. Помощь семьи. Да, помощь семье вы тоже получите. Нужна поддержка, вас поддержат. Вы будете не одни вот на этом пути. То есть все сложится таким образом, ну, скажем так, во благо вам. Пока что, я думаю, что вы все-таки больше склонны к тому, что это реализовать невозможно. Вот как-то так. Но... Не все от нас зависит, правда? Так, хорошо. Я благодарю вас за внимание. Мы переходим ко второму варианту. Итак, второй вариант. Исполнится ваше желание, да или нет? Ох, конечно, исполнится. Ваше желание обязательно исполнится. Давайте посмотрим, что тут. А здесь, смотрите, я не знаю, что вы загадываете, да, о чем вы именно думаете, но я вижу определенное какое-то сопротивление. Может быть, вы сталкивались с сопротивлением в виде людей, то есть вас могли не поддержать. Может быть, кто-то нанес вам удар в спину, да, то есть могли вас подсидеть, обмануть, да, скажем так, подставить в плане денег, в плане должности, там, семейные какие-то могли быть у вас, скажем так, разборки. То есть здесь явно... Было какое-то предательство, и или, знаете, бывает такое, что, к примеру, чего-то хочешь, да, что-то хочется, и вот могут пообещать, да, вот реализовать ваше желание, посоветовать вам что-то. В итоге вы пробуете, а там оказывается, что помочь вам не могут, или вот таким образом вы реализовать что-то не можете. И вот здесь уже какая-то накоплена определенная, знаете, обида.
обида на союзников, на соратников, потому что что-то очень важное вы загадываете, о чем-то важном думаете. И есть здесь вот уже моменты такие попыток, которые заканчивались провалом, неудачей. Ну, как-то так. Но вам улыбнется судьба на самом деле, и вы сможете реализовать свое желание. И я так думаю, что в реализации вам поможет некая женщина. Некая женщина будет... Сейчас. Да, вы будете не одни. Вы будете однозначно не одни. Вот в реализации этого вопроса, в реализации вашего желания, вам поможет некая дама. Может быть, у вас и были здесь какие-то провалы по той причине, потому что вы все тянули как-то на себе, вы пытались что-то решить, кто-то вам что-то советовал, подсказывал, и все было мимо, все было не так, и вы только как-то подставляли вас как будто, и вы вот только шишки набивали. Но вы встретите человека, вот в вашем окружении будет человек, скорее всего, что да, это женщина, потому что выпадает у нас королева жезлов. И вот эта женщина, она, ну вот я бы так сказала, она не просто вам поможет, да, или подтолкнет, она будет вот своего рода как оберег ваш, то есть как талисман какой-то. Вот вам рядом с этой женщиной повезет, и вы получите то, что вы хотите. Ну, вот такой получился у нас расклад. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, а мы переходим к третьему варианту. Итак, третий вариант. Давайте посмотрим, исполнится ваше желание, да или нет? Да. Ваше желание обязательно исполнится. Но спустя время, я думаю, что это будет не скоро. Давайте посмотрим. Здесь вот мне эта ситуация напоминает то, что... Может быть, вы как-то видите вот исполнение вашего желания на сегодняшний день вот чуточку иначе, нежели вот как оно все будет. Это желание, оно вас тронуло за душу, за сердце. Знаете, это то, чем вы, по сути, живете и вот очень страстно хотите. Может быть, это даже касается взаимоотношений. Может быть, у вас есть определенные чувства там, к какому-то человеку, и вот вы спрашиваете, получится, не получится, создадите вы семью, не создадите. То есть, ну вот как-то так. Потому что здесь может быть определенная какая-то привязанность. И тут такое дело, что вот как-то сейчас, если вы сейчас занимаетесь вот шаг за шагом продвигаетесь вот к реализации вашего желания, то я скажу вам так, что все пойдет как-то по-другому, все поменяется. Ваше желание исполнится, но не так, как вы думаете, по-другому. По-другому. И вам придется подстроиться под эти обстоятельства. И, в принципе, вы будете этому довольны. То есть, может быть, какое-то сначала недопонимание, да, недоумение, как так, ну почему вот так вот, я же по-другому наметила или наметила, я там по-другому как-то действую, а разве так вот, если я сделаю, разве что-то получится, то здесь может быть какая-то, ну, какой-то момент сомнения. Не сомневайтесь, все получится. Ваше желание исполнится, но не таким образом, как вы сейчас себе наметили, как вы это сейчас себе представляете. Вот так вот. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго, до свидания.